Так, всем доброго времени суток, всем привет. Пишите, пожалуйста. Так, всем доброго времени Все ли суток, всем хорошо? привет. С изображением и со звуком. Я вроде у себя посмотрел, все хорошо. Спасибо. Значит, сегодня у нас тема разбор узких диапазонов. Что я имею в виду, когда говорю об узких диапазонах, это игра не баттон на big blind или small blind, вроде большого блайна, которые считаются широкими диапазонами, а конкретно диапазоны порядка 15-20%, которые чаще всего встречаются у нас в позициях ЕП и МП. И, соответственно, мы будем рассматривать защиту блайнда и, соответственно, игру против блайнда конкретно в этих позициях. Здесь у меня уже загружено две флопзилы. В нижней флопзиле 20% чуть-чуть выше диапазон. Это, скажем так, стандартный плюс-минус. Быть может, у кого-то есть какие-то отличия. Спектр открытия в МП. Чуть выше у меня спектр кола против такого диапазона. Опять же, если вы первый раз на тренировке и не понимаете, откуда взялся конкретно такой спектр кола, то хочу вас отослать в предыдущие мои занятия, где мы все эти моменты обговаривали, почему именно такой, почему не другой. Ну, поскольку диапазоны уже есть, то нам будет нужен какой-то холдак. Я уже тоже, кстати, подгрузил, все присоединил, чтобы мы много времени не теряли. Так, я вопрос почитаю, отвлек мое внимание. Значит, да, почему мы разбираем по разборам, которые почему мы не разбиваем никогда диапазон на рейс и кол. В целом это сделано для упрощения, но если мы говорим более чтобы наши расчеты были более точные, то нам следовало бы, скажем, удалять спектр нашего рейза на флопе или там на торне из спектра кола. То есть это будет влиять больше на защиту. Ну, не на защиту, это будет влиять больше на точность наших вычислений, но в целом мы упускаем момент с чек-рейзом из-за того, чтобы, ну, так проще считать. То есть мы экономим какое-то время за счет этого. И, ну, конечно, я согласен, что это влияет на конкретно на equity. Ну, я могу сделать. Ну, я могу отдельно сделать конкретно наши спектры рейза, но то есть проблема в том, что я хочу в наших тренировках мы, грубо говоря, охватываем ситуации, которые чаще всего встречаются. То есть чаще всего мы играем все-таки через кол, и такие ситуации, как рейз флопа, это достаточно специфические ситуации. То есть я могу накинуть, ну хорошо, то есть я понял мысль, да, у меня, я уже когда-то, кстати, по-моему, обещал сделать тренировку по чек-рейзам, то есть этому действительно стоит посвятить одну из тренировок, но что я хочу, чтобы вы понимали, то есть ситуация, когда мы рейзим флоп, после комбета или в нас рейзит флоп, она случается, скажем, на флопе, то есть пошел комбет и пошел рейз. Такая ситуация встречается в 10-12% случаев, то есть достаточно редко. Ситуация, когда пошел
комбет и пошел кол этого комбета, она встречается раза в 3-4 чаще, то есть на флопе нас будут колировать грамотные соперники от 40 до 60%, ну в среднем я говорю, да, сейчас о средних числах, поэтому такие ситуации, если мы конкретно эти ситуации будем прорабатывать, то мы, соответственно, проработаем ситуации, которые намного чаще встречаются, чем, скажем, рейзы. Но поскольку рейзы тоже достаточно часто случаются, это довольно-таки проблемная у многих тема, там все-таки чуть больше, наверное, денег, чем при пассивной игре, спрятано в таких спотах, то я согласен, что ну, стоит упомянуть и этот момент. Хорошо, я вот в сегодняшней тренировке примерно попробую сделать какой-то чуть затронуть тему чекрейзов также. То есть я не говорю, что это будет очень сильно в плане какой-то теории, да, потому как я не готовился конкретно на рейзы, но что и как рейзить, я попробую тоже задеть эту тему. Хорошо, тогда мы давайте возьмем себе какой-то флоп. Если у вас есть пожелания по какому-то конкретному флопу, с которыми у вас, например, проблемы возникают, то пишите в чат. Если нету, то я сейчас что-то интересное попробую нарандомить. Ну, желательно не спаренный, потому как со спаренными бордами все, в принципе, достаточно просто. То есть, ничего мне не нравится. Ну, вот, например, да, мы играем МП, ну, мы играем диапазон укрытия 20% против бигблайнда. Вот такой спектр у меня, вот такой флоп. В принципе, он мне кажется достаточно интересным. Там присутствует какая-то часть дров, есть флэш-дро. А X мы, по-моему, уже разбирали, да? Вот мне советуют. Давайте остановимся от валет 7-3. И если успеем, то AX. Ну, монотонные борды, они тоже достаточно специфические и достаточно редко на самом деле выпадают. Давайте вот то, что у нас есть. Сейчас у меня почему-то вот есть. Начнем с каких-то наших, значит, сайзинг. Что касается сайзинга, параллельно я всегда запускаю Simple Boost Flop. Я думаю, в такой флоп мы можем ставить порядка 60 и плюс процентный комбет. По торну и риверу я ставлю стандартные 2/3, ну то есть так получается, что у нас практически на каждой улице будет ставка в 2/3 пота. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и начни обучение покеру прямо сейчас.